мужчину и начинаете с ним жить, то первым лакмусовым, первой бумажкой лакмусовой, как бы первым признаком, это накопление взаимного денег. Это взаимное накопление денег. Если вы живете 5 лет, у вас нету за душой ничего, значит, вы жили неправильно, мужчина вам не подходит. Если с первого дня у вас приумножение финансовое, у мужчины получается больше зарабатывать, у вас больше зарабатывает, то значит, все хорошо. В случае, если у вас во время того, когда вы встретили мужчину, деньги пропали, молочница началась, у него начался простатит и геморрой, все, бегите туда. Это значит, вам жить вместе не нужно, ну никак нельзя. Мужчина и женщина, если все очень правильно, наоборот, вылечиваются простатиты, исчезают молочницы, половые заболевания исчезают. После этого формируется материальный очаг, здоровье улучшается, все начинают себя лучше чувствовать. Человек бежит или торопится прийти как можно быстрее домой. Женщина не может никак отпустить своего любимого мужчину, старается создать...